Наши бойцы батальона «Азов», нашего национального батальона «Азов», прячутся в подвалах завода. А русские окружили их. Они взяли их в кольцо. Нужно привлечь мировое сообщество, чтобы Путин отступил. И нам срочно нужно кричать об ужасных действиях российской армии. Мы должны экранизировать это. Если мы... Вы понимаете, если мы покажем, как, например, жестоко с ними обращаются русские, все испугаются. Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона «Азов» в подвале, например, я не знаю, ну, изнасиловать их командира, мы могли бы представить этот материал как настоящий и распространить его в СМИ. Мы договоримся с командиром. Он будет жив, конечно. Это неофициально, но нам нужно скорее действовать, пока их не убили. Так что, если вы можете помочь нам, мы будем очень признательны. Да, мы сделаем все, что сможем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины. Нельзя позволить другим новостям занять центральное место. Нет, нам нужен сценарий. Пожалуйста, напишите сценарий, как я уже описал. Я посмотрю, что я могу сделать. Может быть... У вас есть журналисты, которые могли бы осветить это на Западе? Я, конечно, могу спросить и посмотреть, как это лучше сделать, и я это сделаю.